Ой, друзья, эти замки меня скоро доведут до истерики. Это уже второй, ребята, замок. Какой-то замок. Какой-то там непонятно. Ну, тоже китайский замок. Блин, и опять не работает. В этот раз у меня не работает защелка. Никак я не могу в туалете ни заблокироваться, ни уединиться. Ничего не могу сделать, потому что не работает. Но больше, ребята, я покупать не буду. Я его сейчас вытащу, разломаю собакам. Ну, что-нибудь с ним сделаю. Ну как так-то, елки-палки. Вот он наш пациент. Значит, в чем проблема, как я понимаю? А проблема, мне кажется, вот в этом вот шарике. Он у нас, тут появляется выработка. Он у нас сильно вот сюда проваливается, наружу, то есть вылазит, и он подклинивает. Вот он ходит отсюда, вот сюда. Он подклинивает, из-за этого, ну, короче, вот, надо, короче, разобрать. Вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть усиков отогнуть, снять крышку, выкинуть в жопу шарик, все обратно собрать. И все должно работать, только ну, такой четкой фиксации не будет щелчка. А так все должно работать. Так, все должно разобраться. И вот этот вот шарик, короче, его вместе с пружинкой выкидываем. Обратно все собираем. Ребят, шарика нету, видимо, у нас. Нажимается спокойно. Усики я еще не загнул, еще не собрал. Пробую просто. Так, вот мы закрыли. Заблокировалось. Открыли. Нормально. Пациент на месте. Так, пробуем. Закрыто. Открыто. Так, уединяемся. Так, закрываем. Все, ребят, работает. Какая-то фиксация есть, особенно вот тут вот в конце какой-то щелчок. Ну все, ребят, бежим за шампусиком в магазин, обмываем дело, радуемся и уединяемся.